Я очень люблю кататься на лыжах, на горных лыжах. И это чувство скорости полета. И вот, чтобы его передать, его устами не рассказать, вот, и если есть возможность помочь детишкам почувствовать эти ощущения, которые ты испытываешь, спускаясь с горы, ту скорость, чувство полета, чувство свободы, чувство независимости, какое-то слияние с природой. Ну, я с огромным удовольствием и прокачу ребят, и покажу, как нужно кататься, и поддержу, чтобы они имели такую же возможность. Вот мое объяснение, почему я здесь. А спорт, он... Как он? Он одушевляет, он труд, он сделал, как говорит Дарвин, из обезьяны человек. Вот. Поэтому мы вот все, вот сейчас ребята еще приезжают, мы все... Я вообще предложил как можно чаще делать такого рода мероприятия, чуть ли не каждую неделю. Давайте и сами будем получать удовольствие и помогать ребятам вместе с нами кайфовать. И, может быть, делать не только лыжи мечты, но и подключить летние виды спорта. То есть... ролики мечты и так далее. Вот, поэтому надо бросить клич, чтобы ребята, организаторы, и Сережа Белоголовцы в том числе, чтобы задумались над тем, чтобы такого рода мероприятия делались круглый год.